Месяц назад активисты одной из неправительственных организаций решили протянуть руку помощи нуждающимся и стали кормить горячим обедом людей без определенного места жительства. Собирали продукты питания, сами стряпали и сами разносили. Чаще, конечно, молодые люди слышат слова благодарности, но бывает, что от еды отказываются. Сегодня ели что-то? Нет. А кто-то еще приносит вам еду? Нет, но я на полученные деньги покупаю хлеб, вермишель быстрого приготовления, заливаю кипятком и ем. А сегодня деньги кончились, вот я и вышла. Я год как живу на улице, и как часто вас кормят незнакомые люди? Вот так первый раз. Обычно дают лей два, а так нет. Чай теперь самый раз? Да, большое спасибо. Чаю акумай биневинит? Да, мультфильм тарифмос. Ne demonstrăm singuri pentru noi că este un lucru simplu de a ajuta pe cineva. Помочь тем, кому нечего есть, просто, но за это время мы поняли, у большинства людей улиц придуманы истории. Каждый раз, когда берем у них координаты, адреса, номера телефонов, чтобы включиться в решение их проблем, обнаруживаем, что данные фальшивые. Номер телефона, как спутник, не импликаем, как вас и ажутем, дописаем, как сунт адреса фальши. Активисты за неделю накормили более 40 человек. С наступлением морозов бездомных на улицах найти стало сложнее. Кампания запланирована до конца февраля, но бросать начатое молодые люди не хотят. Думают и впредь помогать обездоленным.